В Магаданской области за последние сутки зарегистрировали 27 новых случаев коронавируса. Это самый большой прирост заболевших за все время эпидемии на Колыме. Власти региона отмечают, несмотря на длинные каникулы, Магаданская область нормально прошла май, и ситуация не предвещала нестандартного развития событий. Однако 1 июня на Колыме выявили 12 заболевших коронавирусной инфекцией. 2 июня 11, 3 числа 15 человек, 4 – 8. Такая неутешительная статистика говорит о невозможности смягчения режима ограничений в ближайшее время, а также организации детского оздоровительного отдыха в июне. Всего в регионе 314 случаев заражения. Вылечились 206 человек, умерли трое. Тестирование на наличие инфекции прошли более 18 тысяч человек.